Добрый день, я на связи психолог Евгения Порошина. Вышла в прямой эфир ненадолго, на 5 минут, чтобы записать видео. Пришла идея, решила озвучить для выпускников школы. Если вы проходили обучение в любой группе и есть желание записать интервью, приглашаю всех желающих выпускников, кто в школе проходил обучение для себя или либо для профессии, приглашаю всех на небольшое интервью, публичное. Мы запишем интервью в скайпе и будет на ютубе это интервью на минут 30-40. Рада лично с вами пообщаться, узнать, как ваши успехи, динамика, что интересного происходит в жизни, в работе и как курс повлиял в том числе на вашу профессиональную жизнь, на вашу обычную жизнь. Вот. В общем, рада буду пообщаться. У кого есть отклик, пишите, пожалуйста, мне на телефон, либо в скайпе. И заранее выберем время, в удобное время. И в скайпе запишем интервью. Кто запишется на интервью, у тех будут бонусы. Я дам доступ к обновленной страничке курса. Вот такой бонус. Могу сделать еще бонус по супервизорской группе, если в следующем году или там через год решите прийти, могу дать более классные условия, если будет актуально. И в любом случае рада буду пообщаться и провести с вами интервью. Периодически вот в контакт захожу, в социальные сети, наблюдаю за вашими успехами и интересно лично пообщаться, узнать, где вы повышаете квалификацию, что интересного в профессии, в жизни. В общем, если хочется, давайте запишем такое небольшое интервью. Понимаю, некоторым важно сохранять конфиденциальность, но те, ну, кто открыт, кому комфортно записать интервью, и вы проходили обучение в школе в любом потоке, пишите, и мы запланируем время и запишем с вами совместное интервью. Для вас это также возможность прорекламировать, ну, себя, свои услуги на площадке школы. Тоже такой бонус. Вот. Что еще хотела сказать? Друзья, подписчики школы, кто хочет поучаствовать в одной или в двух супервизиях, открытых в скайпе под запись, и это будет доступно только подписчикам, закрытой записью в ютубе будет. Кто хочет, также пишите свой случай, мы можем... Кто согласится, ну, друзья, подписчики школы, мы заранее выберем время, там, день-два, например, и мы назначим время и проведем супервизию. Это абсолютно бесплатно, от вас желание участвовать в таком проекте. Одну-две супервизии в ближайшие 3 недели могу провести. Потом дальше занято, и в эматоне обучение прохожу. Это курс по комплексной телесной терапии. Последняя сессия у нас 3 недели, с 10 до 6, там будет насыщенный график. В общем, если актуально, может быть, одну супервизию сможем провести. В общем, пишите вопросы, это абсолютно бесплатно. Ну, в рамках школы, в школе есть чат, открытый для всех желающих в скайпе. Мы можем в этом чате тоже заранее я напишу дата, когда будет проходить супервизия, и все желающие могут присоединиться и поучаствовать. Вот. И тогда, кто выносит свой случай на обсуждение общее, тот получит максимум пользы, потому что будет, ну, несколько супервизоров-наблюдателей, кто захочет поучаствовать. В общем, любые вопросы, пожелания пишите. И у кого есть желание получить мою личную консультацию бесплатно, но публично, также в рамках площадки школы, тоже мне пишите, можем в скайп-чате школы, открытый скайп-чат, а там это организовать. И плата только в том, что это будет публично именно для подписчиков школы. Ну, а кто не подписчик школы, не сможет в этом поучаствовать. В общем, такие 3 идеи сегодня родились. Если что, пишите.
выпускники школы, кто хочет поучаствовать в интервью, также подписчики, друзья школы, кто хочет быть на публичной консультации в рамках школы, это бесплатно, и кто хочет быть на супервизии. Вот. Вот такие три идеи родились. Не знаю, насколько у вас откликнутся. В общем, пишите, рада вашей обратной связи в комментариях, в Ютубе, в личных сообщениях. Все, тогда всем хорошего дня. Я вышла ненадолго видео записать. Все, увидимся и жду вашей обратной связи, насколько это актуально.